20 ноября отмечается как Всемирный день детей. К сожалению, не все живут со своими мамами и папами. Ивановский интердом – подшефное учреждение городского отдела ГИБДД. Празднику сотрудники дорожной полиции провели для ребят познавательную игру. Четыре команды интердомовцев соревновались в знаниях правил дорожного движения. Напомним, что во время школьных каникул количество ДТП, в которых пострадали дети, резко увеличилось. Поэтому напомнить ребятам о том, как вести себя в городе, никогда лишним не бывает. Несколько конкурсов идут не только тестирование детей, знают ли они правила дорожного движения, пешехода, там, водителя, ну а также и на знание некоторых правил дорожного движения. Могут ли они увидеть ошибки, которые совершают их не сверстники, а также, может, даже и взрослые по правилам дорожного движения.